там. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, такой вот. Пятиугольник, да? На футболках у команды Сана. Игра началась. Но у нас Ислам Курбанов готовит удар по воротам. Наносит внимание. Три человека в стенке у Бахру. Разбег, удар! Ой, как опасно было! И, по-моему, в штангу. Разбег, удар. Нет, это не удар. Это обманная передача. И вот выход один на один. Рамазан Магомедов, птица Мусалимов сзади. Будет ли гол? Передача, удар! Нету забитого мяча. Есть, и здесь нету. Вот так вот игра взорвалась. И как они не забили? В первой лиге уже выдает абсолютно иной уровень. Он уровнем игры. Джапарова опасно может быть здесь. Забивать надо Джапарову. Удар. Стелится под удар Абдулатипов как раз таки на себя принимает. Вновь фланг. Освежает обороны Санар Рабаданов вместо Рамазанова. Внимание. Разбег. Удар. Ух ты. В стенку попадает. Поднимает мяч в воздух. Рабаданов, сам борьба, и удар сразу, добивание! Перед собой отражает! Прежнему 0-0, друзья мои. Но я многого ждал от этой встречи, но то, что в 38-й минуте счет будет 0-0, признаю честно, этого не ожидал. Ой, какой удар! И это Рамазан Магомедов в центральных противостояниях. Все больше и больше будет все это обсуждаться. Джапаров, передача и под удар, удар! Ой, как опасно, и как они это придумали, и не здесь, не сейчас. И это там, в Манасе, в Гурбуках. Не осуществили, и неплохо это получилось. Вот типа, вперед, грузи, грузи, кричат ему! Нет. За такой пенальти не поставит Гири, там была борьба. Сман Минатулаев побежал, Абахрухада в обратную атаку. Ой-ой-ой, проходит! Понимает команда, что времени остается все меньше и меньше. И, скорее всего, этот счет, да, ничейный, без голевого не устраивает. Ни тех, ни других. Минатулаев. Удар! Это Абусалимов. Еще один момент у Бахру. В ближний угол пробивает Джапаров. Нет, не коснулся Шамиль Магомедов мяча. Игру завершит. Подача. Удары! Ой-ой-ой-ой-ой! Как сейчас не забил Абахрукада! Вот это да, Джапаров! Во сне сегодня будет сниться ему этот момент, мне кажется. Как он не забил? 0-0, друзья мои. 0-0. Даргинцы сыграли в ничью сегодня. Благодарим всех вас.